Верный курс на взрослую жизнь в Орловском автодорожном техникуме прошел ликбез по правам и обязанностям гражданина. Нестандартная лекция прошла в формате интерактива «Вопрос-ответ». Выступающими стали сотрудники правоохранительных органов, эксперты в сфере здорового образа жизни, работник наркологического диспансера, сотрудник Центра по противодействию экстремизму. Ответили на все волнующие вопросы студентов. Хоть вы вступили в такую серьезную, скажем так, жизнь, получение первой профессии, вроде бы как стали, ну, назовем это условно, псевдовзрослыми, да, но вам необходимо соблюдать те нормы и законодательства, которые действуют на территории нашего региона. Подросткам напомнили про комендантский час, который на территории нашего региона запрещает находиться лицам до 18 лет позднее 22 часов вечера одним на улице. Рассказали о вредоносных группах в социальных сетях, которые побуждают детей к самоубийству, а также показали несколько фрагментов документальных фильмов о воздействии рекламы и вреде алкоголя и табакокурения.